26 апреля в Каспийске на базе гимназии номер 7 состоялось совещание по вопросам подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации 2024. В совещании приняли участие проректор Дагестанского института развития образования, руководитель регионального центра обработки информации Аскандар Аркалаев, начальник управления образования города Лариса Абрамова и ее заместитель Радмила Гаджиева. Также на совещании присутствовали директора общеобразовательных учреждений муниципалитета, руководители пунктов проведения экзаменов, технические специалисты и педагоги. Основная цель совещания – это не допустить прошлых ошибок при проведении ГИА, обсудить интересующие вопросы и рассказать об изменениях в системе образования. Также, чтобы директора школ обратили внимание, провели информационно-разъяснительную работу с родителями выпускников текущего года, чтобы снять психологическое напряжение, чтобы дети наши спокойно в такой доброжелательной обстановке пришли и сдали свои экзамены и получили наилучший результат. Руководитель регионального центра обработки информации Аркалаев также обратил внимание собравшихся на организационно-технологическое обеспечение государственной итоговой аттестации и необходимость соблюдения порядка проведения ГИА обучающихся в текущем году.